Лори, пожалуйста, успокойтесь и расскажите, что произошло. Это было просто ужасно. Саманта написала мне сообщение о том, что у нее есть идеи касательно праздника в честь посвящения. Все-таки, несмотря на смерть одной из нас, мы попали в Дельту. Я подходила к зданию, когда краем глаза увидела тело на земле. Сначала я решила, что ошиблась, но подойдя ближе, узнала Саманту. После этого сразу позвонила в полицию. Пожалуйста, приезжайте скорее. Здесь моя подруга. Похоже, она мертва. Лори, дорогая, как ты? Такой ужас. Что происходит в этом городе? Эйли, я так рада, что ты тут. Отвезешь меня домой, пожалуйста. Вы что здесь делаете? Это место преступления. Здесь не на что смотреть. Уходите. Или вы родственник жертвы? Простите. Меня зовут Бейли. Лори написала мне о случившемся. Я отвезу ее, прослежу, чтобы все было хорошо. Сэр, простите, а что произошло? Моей подруге Бейли пришло сообщение о том, что Саманта, глава Дельты, погибла. Как это случилось? Неужели это самоубийство? Или снова яд? Да что с вами не так? Почему современным подросткам так нравится играть детективов? Погибла девушка. Скорее всего, это был не несчастный случай. Судя по месту расположения тела и нанесенных ранах. А теперь мне нужно работать. Мы просто хотим помочь. Это же была наша подруга. О, Бейли, ты дома. Я никак не могла уснуть, ждала тебя. Мама, это так было ужасно. Мы с Мартином, моим однокурсником, были в Дельте. Саманта, она погибла. И это был не несчастный случай, я уверена. Дорогая моя, я так переживаю из-за этих трагедий. Может, нам стоит переехать? Я не хочу, чтобы ты пострадала. Нет, мам, не нужно. Я справлюсь. Всем привет, как дела? Привет, Бейли. Пыталась разговорить Лори, но она не хочет обсуждать вчерашний вечер. Привет, как ты? Выспалась? Подготовила все проекты? Лори, но ты ведь знала Саманту дольше нас. Почему не хочешь поговорить с нами? Мы ведь поддержим тебя, мы твои подруги. Я просто стараюсь жить дальше. Нельзя зацикливаться на плохом, верно? Я так понимаю, остались мы вдвоем. Лори даже слышать ничего не хочет о расследовании. У тебя есть идеи? Я постараюсь сегодня пробраться в кабинет Эллисон. Может, у нее на компьютере есть какая-то информация? Ты знаешь Мартина? Он еще Калеба проучил. Мартин хочет помочь нам в расследовании. Ты не против? Думаю, еще один мозг нам лишним точно не будет.
Прости, я опоздал. Как ты? Держишься? Привет, Мартин. Знаешь, вроде бы с Самантой я только познакомилась, но на душе все равно тяжело. Да и Лори не хочет себя связывать с этой ситуацией. Бейли, мы справимся. Я помогу тебе. Тем более, что из нас троих выходит отличная команда. Здравствуйте. А вы кто? Вы знали Саманту? Привет. Мы не знакомы. Я Мартин. Девушки, я оставлю вас. Бейли, я буду ждать у входа. Привет, я Бейли, одна из новичков Дельты. Наверное, уже из бывших новичков, потому что судьба Дельты под вопросом. А ты кто? Я Вивьен. Саманта была моей лучшей подругой. Я уезжала из города на несколько дней. Только вернулась, узнала об этой трагедии. Как же та Саманта... Это была лучшая подруга Саманты. Очень эмоциональная девушка. Говорит, она одна из основательниц сестринства. Возможно, теперь она станет главой, и Дельту не закроют. Вивьен выглядела очень расстроена. Конечно, потерять близкую подругу. Слушай, тут холодно. Может, сходим выпьем кофе? Я угощаю. Заодно обсудим все, что мы знаем. Бейли, ты даже не представляешь, что я нашла в компьютере Эллисон. В крови обеих жертв нашли синтамантин, очень сильный наркотик, который в сочетании со спиртом становится ядом. Его распространяют только в одном месте нашего города, в баре для байкеров. У меня есть его адрес, завтра же отправляемся туда.